Привет-привет! Привет-привет! Мы на канале в гостях у Алисы и Егора. Мы сегодня будем делать блинчики. Мы сегодня будем делать блины с бананом, грецким орехом и шоколадом. Сначала мы берем банан, чистим его. Мишка, ты пришел вот так, а я вот так. Да-да. А Алисе там кто помогает? Кто там у тебя лежит? Это Макс. Это киса Макс? Да. Из сюрприза достали ее, да? Да, это из коробочки. Из коробочки? Да, это у нее было еще внутри мармеладки. Мармеладки там были? Да, я их съела уже. Ты их уже съела? Да. А киса остался один, да? Ой, сейчас. Алиса тоже помогает резать? Давайте, кто быстрее нарежет? Молодцы. Так, 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 так. Егор быстрее режет. Алиса, что-то такими прям... Ломтями. Ты смотри, это, пальчик себе не отрежь. А то ты вот с такими ломтями будешь блинчик потом кушать и с кусочками. Так. Все? Помогла Егору, да? Теперь надо что-то измельчать. Он такой. Так, Егор у нас измельчает. Давай я учу нож. Вытирай. Алиса уже чистит посуду. Нож вытирай. Нож вытираешь? Да. Уже тепленький. Тепленький? Помогай Егору измельчать банан. Я уже ему помогла. Помогла? Да. Все? Да. Понятно. То есть теперь Егор только доделывает, да? Теперь Егорик, отодвигай досточку и ставь тарелочку. Так. Так, давай. Я тебе немножечко помогу, не надо так. Ой, ничего страшного. Так. Так, зачем теперь ты, на тарелочку. На тарелочку разворачивай блинчик. Ножик клади. Так, ножик кладем. Да. На тарелочку разворачивай блинчик. И начинай. Вот один. Да, один. Потому что там два блинчика. Один для Алисы, другой для Егора. Смотри, у меня браслет такой. Красивый у тебя браслет. Ты любишь, Егор, банан? Да. Ну вот клади, как любишь. А я нет, я только ножки клади. Ты бананы не любишь? Ну, что ты сказки-то рассказываешь? Только вот это. А, только шоколад? Да. Ясно. Кто недавно несколько бананов съел? Ну, да. Надя. Так, что теперь ты будешь делать? Дальше мы берем грецкие орехи. Я тоже. А ты будешь следующий блинчик брать? Сейчас Егор тебе показывает, да, с мамой, как делать? А потом Алиса будет делать. Егор орехи у нас любит. Молодец. А я нет, я только вот это. А Алиса у нас только шоколад любит. И киндер-сюрпризы, да? Ну, дай, пусть она посыпет шоколад у нас. Ой, молодец. Так, все? Ну, еще пусть. Ну, все. Ой, такой шоколадный блин будет. Это Алиса, наверное, для себя делает, да? Нет, для няни. Для няни? Да. Так, сворачиваешь, да? Вот так вот. Молодец, правильно? Так. Так, и блин готов. Та-дам! И вот тарелочку сюда, и кладем сюда готовый блинчик. Да. Ну что, теперь Алиса берет еще один блинчик, разворачивает и будет туда складывать, в тарелочку, как Егор делал. Давай, разворачивай. Или там два блинчика? Там два. Алиса, один блинчик положи тогда. Так, разворачивай. Сейчас Алиса у нас блинчик делает, да? Алиса маленький у нас кулинар. Да? Только поваренок. не порви, маленький поваренок, да. Осторожненько. Не получится. Нянечка, ну ты помоги. Что такое? Не получается. Можешь свернуть этот? Он прилип. Ну, разлипайте его. Все, теперь что Алиса дальше делает сама? Бери свою ложечку. Что Алиса делает сама дальше? Запомнила, да? Банан, Алиса накладывает. Да бери ручками. Все равно же ручками будем кушать. Или ты хочешь это, да, аккуратненько, да, ложечкой? Так, бери ручками, Алиса. Помогай второй ручкой.
Ручками бери. Опа, давай, Саня. Бери еще, Алиса. Папа. Ручками, ручками бери. Так, вроде и так. Ну, ну, хочешь ложечкой. Ты ложечку хочешь? Ну, бери еще. Еще немножко положь. Так. О, молодец. Оп, все. Теперь насыпай. Что ты дальше будешь насыпать? О, Алиса ложку вытирает. Что Алиса будет насыпать? Что это такое? Грецкие орехи. Орехи. Да, Алиса, ты присядь чуть-чуть, а то тебя на камеру не видно. Так. О, хватит. Молодец. От души сыпануло. Да. Дальше что, Алиса? Шоколад. Шоколад. Твой любимый шоколад. О, прямо аж с горочкой. Ой. Все. И теперь блинчик закручиваем. А блинчик кто будет закручивать? Я. Ты будешь закручивать? Пускай, наверное, Егор закрутит. Nice. Егор начнет, а ты можешь дальше закончить. Так. Да, вот это, блин. Нет, тут уже не надо. Нам хватит двух. Двух? Да. Один тебе, другой Егору. А тут уже без камеры. Пойдем. Ну вот, получились у вас два блинчика. Показывайте, какие блинчики получились. С чем блинчики получились? С бананом, грецким орехом и шоколадом. Очень и шоколадом. Ну что, ставим чай, кушаем блины? Да. С бананом, и с грецким орехом и с шоколадом. Ладно. Всем пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. В гостях у Алисы и Егора. Всем пока-пока. Алиса что-то загрустила. Будешь есть блинчики?